Прежде чем клеить акустические панели на стены и потолок, необходимо просчитать, какое количество понадобится для каждой стены и как они будут располагаться. Важно решить, откуда будет начинаться монтаж. Потребуется прикинуть панели к стене и сделать засечки карандашом. После этого нам понадобится клей и кисточки. Универсальный монтажный клей можно найти в строительных магазинах. Клей нужно нанести по площади панели тонким слоем, соблюдая предварительную разметку. Первая панель задает положение по следующим. Важно, чтобы рельеф одной панели соответствовал соседним. Линии должны продолжать друг друга вертикально и горизонтально. Иногда требуется немного растянуть панель при приклеивании, чтобы рисунок совпадал. Это допустимо. После приклеивания нужно тщательно прижать материал к стене. Важна сила нажатия, а не продолжительность. Чтобы разрезать панель, нужно воспользоваться ножницами, предварительно прочертив линию разреза на обратной стороне маркером. Лучше выбирать ножницы подлиннее. Срезанную грань легко спрятать в стыке между панелями. Подобным образом доклеиваете одну стену, затем точно так же другую, ориентируясь на рисунок. В гулком помещении рекомендуем покрывать 100% стен и потолка. Допускается вариант с покрытием 50% от площади стен. Поскольку вы оставили заявку на сайте Acoustic Material, наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по количеству панелей, ценам и доставке. Ожидайте звонка и спасибо за обращение.